сегодня мы в Туапсе. Welcome to Туапсе. Две недели в год отжигает здесь народ. Если отпуск не в декабре, welcome to Туапсе. Визу не дают, но ее не спросят тут. Приезжайте сюда все, welcome to Туапсе. Welcome to Туапсе. Снега просто по колено. Это, я, короче, пошел пить. Спасибо за поздравление, я тебя люблю, пока. Да, летом тут побогаче все выглядит. Трохи есть, да ты когда себе. Ну что, клюе? Привет. А двух капелек табак. И дорогиму 23. И дорогиму до хуя уже. Опа! От друзей тебе эта песня. Песня называется «Сектор газа 30 лет». Вот эта тема. Я еще не включал. Раз, два, три. 30 лет! Короче, я приехал в Туапсе к Женьку отмечать его 30-летний юбилей. Женек сказал, что очень хорошо подготовился. И приготовил Андрею вот что. Вот это Женька холодильник. Это сегодня у нас ужин. А, да, надо его достать. Мы сегодня команда. Мы волейбольная команда Туапсе. Да. Можешь снять, как я разложил вещи, я положил так, как мне удобно. А для чего? Потому что я буду спать до талого по утрам, до 7.50. Потом резко... А, это я себе подарок на день рождения сделал. Витёк. Как я давно такую музыку не слушал. А я только такую слушал. Брюки, ну нахуй стирать, если в них было не холодно сегодня. Поэтому их надо положить здесь. Я сейчас расскажу, почему оно здесь лежит. С утра я поклался туда, я тратил очень много времени, чтобы их найти, ебать. Я решил разложить их комплектами. Теплые вещи к зиме, до минус 5, а это так. Бля, что так холодно в Туапсе? Я думаю, на море приедут плюс 8. Да, товарищи у тебя, друзья, молодцы, подарили тебе пиздатую камеру, теперь ты всех заебываешь на ютубе, у тебя так дохуя просмотров. Видать, очень все интересуются я твоей чисто, жизнью. Я зато для друзей снимаю. Можно узнать, сколько у тебя друзей всего. 37, ебать. Плюс-минус 3. Так, мы сегодня приготовили вот эту прекрасную яичницу, которую будем есть. Яичница бальянеза, да? Хуйнеза, да. Которую будем есть ложками, потому что я не знаю, где здесь. Это тебе, Андрей. Ты пока еще в свой новый дом не купил вилок, да? Да ебать, я их и не буду покупать. Если б не ты, я б не ел. Сейчас достанем из нашей кладези еды хлебушка. Ребят, это еще не день рождения. День рождения завтра. Там, я думаю, блядь, будет все хуй. Ребят, Андрей, повтори на армянской традиции. Я его нарву, потому что нож нихуя не режет. Только лишь поэтому. Ты не уронил его. Все, нормально. Если надо, вот еще. Все, спасибо. Мне хватит, Женя. Здорово. Че? Прикинь, я в Туапсе. Я доехал за 4,5 часа. Давай, разговаривай. Ты что, в Туапсе другое время? И время шаурмы. Сейчас поедем за шаурмой, блядь. О, Милюха. О, Милюха, ты кто? А, малыш.
хочется рассказать иногда положительно в моем жизни, значит, о суперамина фирмы Dematize. Отличные аминокислоты. Ты, короче, качаться начал, а ну бицуху пока. Я не буду позволить еще показывать ничего. Похудел, то хорошо. Ну ладно. Там чуть-чуть пузырь. То, значит, это креатин-моногидрат, усиливает силу. Сейчас я нахожусь в перерыве до конца февраля. Ну, не только поэтому, просто пью. Потому что он влияет на печень. А с печенью у меня, походу, пиздец. Фишуэл, омега-3. Так как 6-9 нельзя пить. А, это не омега-3. Тебе надо, короче, паблик фитоняшки 8, создавать. 8-8. Это 12 стероидов остались, но я их не пью, потому что мне уебало под печень. Хотелось бы вот еще пакетик для 30-летнего показать. Таки это дикадин, керосин, бензин, лизергин, лактоза, кофеин, никотин, протеин, экстази, амфетамин. Мультики Занекслин, эндорфин, адреналин, ЛСД, ДМТ, мискалин. Опа, что стоим? Опа, опа, кокаина, оп, оп, героин. Ам, витамин, я бич, you know what I mean. Диклофенак. Мощное, кстати, средство. Это Дениска закидывался. Ну, я еще не до Дениски не дошел уровня прокачки. Диклофенак, значит, по пятибалльной шкале обезболивание 4. В чем минус? 100 грамм, когда выпиваешь, а он именно 100 грамм, сразу слышно, как в печень. Куяк! Ну, это антипал от давления, когда перебухаешь, чтобы не сдохнуть внутрь. Это я нос лечил уже тоже, сейчас выкину. Это я ухо капал. Мне просто ухо нахуй заложило, я 3 дня нихуя не слышал. Омега-3 у нас есть. Не знаю насчет эффективности, но эффект плацебо помогает. И самое интересное колесо, которое у меня есть. Для суставов хондропротекторы, которые стимулируют выработку хондроитина и глюкозамина. Блять, я врач. Ну, это витаминки, когда я не пью, тоже пью. Сейчас я ничего. Так ты, короче, стал о здоровье заботиться, да? Вот это тоже неплохой витамин. Обезболивающий, более утоляющий и... Душезалечивающий. Душу лечащий. Голова не болит. Сейчас мы поедем на дагестанскую свадьбу. Кстати, сейчас я в Дербент позвоню. Привет, Поликанов! Привет, там то заняться? Да, привет, Поликанов! Ой, теплый ресторан, здесь теплый ресторан, и здесь все теплое, горячий ресторан. This is a hot restaurant. Первые блюда, вторые. Да, мы сейчас покушали борщ, мы покушали второе, мы съели первое, где-то была водка, это было третье. Хочу передать привет, пользуясь моментом, жителям города Ростова-на-Дону, Кириллу Дикому. Он в Москве живет. Похуй. Дмитрию Иванову, Андрею Поликанову, он здесь. Дуба. Больше я никого не помню с Ростова. А, еще эти. Уткин. Уткин, Курицын и Птицын. Короче, мы с Женьком вышли из кафе. И стоим, ждем нашего супер музыкального такси. Автобус, блядь, ждем. Таксиста ждем музыкального. Автобус ждем. А это кто? А что они так на нас смотрят? Fuck you. А у вас тут все так друг на друга смотрят? Да я им просто хуем помахать должен был. Тогда тебя поняли. У Поликанова здесь половина диодов уже не горит. Ну это мы завтра починим. Зачиним. У меня там есть паяльник, вся хуйня есть. Это мы отремонтируем. Угу. Короче, Женя сегодня... Кафе хорошее, короче, здесь этот, куры-гриль были. Куры-гриль, гамбургер там все дела. Но мы поесть не смогли. Потому что они были закрыты уже. Короче, Жене исполнилось 30 лет. И результат не изменился. А раз нет никакой разницы, зачем платить больше? Последний раз на дне рождения Жени я был 8 лет назад в кафе «Аладдин» на Риште. Да. В Ростове. Больше там, я у него на дне рождения не был. Накрыло, потом я а сказал сейчас Молодкова, что я ее люблю. У нас свой личный таксист Топсе. Он все время врубает музыку. Он сам диджей. Летом он работает диджеем, зимой работает таксистом. Такая вот жизнь, да, в курортных городках. Да, да. Сейчас мы ему еще раз позвоним. Вон он! Красная копейка по Краснодару мчится. Oh.
наше диско-такси. Вот мы здесь приготовили диетическую еду. Ультра-диетическую. Потому что в зал мы, думаю, завтра не пойдем. Вот я здесь сложу крошки, крошка хлеба. Здесь специально для моего дорогого гостя с Ростова я прикупил армянской колбасы Тарасян и сыра. Ой, ебать, водка. И сыра уебам. Больше нам, в принципе, с ним не надо. Мы на самом деле сейчас тихо говорим, потому что в первый день, когда я заехал, мне позвонили соседи. Соседи постучали. И сказали, что? Не знаю, что они сказали, потому что я слушал лезгинки. Сосать будут они все мой член. Я сейчас не буду. Это ужин по-туапсински. Туапсиджен. Шаурма в лаваше. Ладно, Женек, с днем рождения тебя. Всего тебе самого лучшего. Чтобы все проблемы, которые у тебя были за эти 30 лет, в следующие 30 лет не повторялись. Ебать, 30 плюс 30, 60, я думаю, они не повторятся, потому что я должен к сороковке сдохнуть. Типун тебе на язык. Все может быть. Твое здоровье. Оно тебе пригодится. Шаурма, шаурма. Так, теперь я тебе буду дарить подарки. Первый подарочек. Так как ты деловой человек, так. Начальника, носки, насяльника, в черном ходишь, там все дела, это тебе портмоне новый для больших купюр. Это для... пиздата. На самом деле, Андрей Батькович, у меня нету таких денег, я обычно сюда... Ну, карточки, тысячи. карточки, права, которые ты получишь в этом году. Не факт, ну, я понял, на будущее ты в общем, задел. То есть портмоне тебе, положу его сюда. Кожаное портмоне. Положу здесь его. А это для твоего второго бизнеса. Отвертка. Вот это клевая вещь, на самом деле, вот этой отверткой собираются все айфоны 6 и даже 7 айфон. Если вы, вам бы казалось, что... в Китае, что в Туапсе, да? Что вот это очень большая бита для разборки айфона 7, вы абсолютно не правы. Ей просто можно его долбить сверху, вот так вот пробуривать, прям бррр. Ну, да. Надо этот, братан, Кент 8 на колораж. В сторону кладбища, таунхаус, да, там двух-трехэтажный, да. Будешь ехать, набери, я с окна посмотрю, выйду. Женя, давай, что с твоей ложкой? Надо бы съесть было 3 яйца, потому что в каждом желтке это 5 грамм жира и витаминов, и в каждом белке, который входит в состав яйца куриного серии C1, входит сколько грамм? Не C1, а сорт первый. Хуй его знает сколько. Все. Ладно. А что с ложкой-то? Ты так не объяснил. А, ложка? Ложка поломалась, ебать. Ну, я типа, так, покажи я ее. Я так интенсивно ел, что, блядь, поломалась. Завтра у нас предстоит грандиозные работы. Надо подсоединить пожарку в депо. Я не знаю, будем снимать или нет. Вроде промышленный объект. Ну, по-тихому, думаю, снимем, чтобы узнали, как у нас будет дело. Короче, мы завтра идем по работе Женька. Потом заедем, может, на море. На море потом, заедем. Потом поедем в кафе отмечать его день рождения. Потом, ебать, придет белка, ебать, и поедем в реанимацию. А потом в Новомихайловку, да, нам еще надо съездить? Это воскресенье, да? Походу, да. На завтра и так много дел. Всем доброе утро. Вы проспали Женину работу. Вот так вот мы разместились. Мы постелили просто невидимую. Да. Ну, в общем, так вот. О, привет. Очень, блядь. Привет, именинник. С днем рождения. Я хоть тебя ночью уже 10 тысяч раз поздравлял. Я думаю, я сдохну. Вот так вот я вчера разделся. Вот так у нас скоротные. Вчера я, короче, приехал ночью и не видел вообще, в каком районе живет Женя. Он, оказывается, живет прям в горах. Сейчас я вам покажу. Во. Пальмы тут у тебя. У людей во дворе. Кипарисы.
райончик Калараша. Прям под горой. Круто, круто, мне нравится. Так что, на работу не идем? Короче, Женьку исполнилось 30, и он просто делает уборку каждый день. Я просто не отличаюсь. Я немного запылесосил воду. Ничего страшного. Он же тебя всасывает воду? Не знаю. Уже да. Короче, хозяйственный стал. Короче, позавтракать нам не удалось, потому что Женя вчера выкинул весь хлеб. И мы едем в центр кушать. Это дом, в котором живет Женя. Другого номера звонится. Я никогда не был в Туапсе зимой. В принципе, здесь красиво и зимой. И не холодно. И людей, в принципе, много. Я думал, тут реально мертво будет. А тут людей много очень. Туапсе. 10:12. Время 10:12. 12 минут назад открылся бар, и мы уже в баре. Ну давай, с днем рождения. Надо нажить. Попробуй. Вкусная реально. Ладно. Свежая. А твое какое-то имбирное? Не знаю, не мое, кажется. А мне мое. Ну, вот. Здесь я бухаю очень часто. Это кафе. Кафе наше. Это кафе, которое находится при депо. Это Женина любимое кафе, его тут все знают. Он заказал нам медовухи. И соляночки. И соляночки. И сейчас соляночку будем пробовать. Что хотелось бы сказать за... Это тупой маркетинг. За детей. Угу. Это просто ебануться. Вот эта хуйня коробочка стоит 4 рубля, была чуть больше, стоит 5. Как может себе позволить человек, зарабатывающий в стране 10 тысяч, например, уборщица? Ну это пиздец. Да? Это просто реклама, они мультики делают, а потом дети просят... А есть робот Рейки, трансформинг робот, робот Поликап. Робот Поликап. А как по на самом деле? Полирабакар. А, Полирабакар. Поликап. Нет, солнце круто, мне нравится. Сейчас поедем на море. Сейчас поедем на море. Ох, воздух свежий вообще, кайфовый.